срежиссированным спектаклем назвал карабахские события экс-командующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Ходжес в ходе видеомоста, организованного Фондом «Свободная Россия», проектом «Пограничная зона» и его руководителем Егором Куропкевым. Цитата. «Никого не должно удивлять, что российские миротворцы оказались на Горном Карабахе в течение 48 часов после подписания соглашения. И это не какие-то воздушно-десантные спецподразделения, время развертывания которых от 18 до 24 часов. Это были люди из миротворческого контингента, который размещен в центральной части России, и неожиданно десятки самолетов «Илюшин» там появились, доставили их в Армению, и оттуда они уже доехали до места дислокации. И все это за 48 часов. В армии США в самые лучшие дни я бы не смог такого сделать. Они знали, что должны будут отправиться туда, возможно, еще до того, как Азербайджан атаковал Армению на Горном Карабахе. Это было срежиссировано заранее. Россия позволила Армении проиграть, и теперь их солдаты стоят в Грузии, Армении и Азербайджане. В коридоре, связывающем Восток и Запад, и который не проходит через Россию. Сейчас стоят российские солдаты во всех трех странах. Это не случайность. Это и был их план с самого начала. Конец цитаты. Ранее экс-представитель США в ОБСЕ и бывший посол США в Грузии Ян Келли российских миротворцев в Карабахе назвал оккупационными войсками на Кавказе. Комментируя мирное Карабахское соглашение, американский политик сказал, что оно закрепляет еще одну российскую оккупацию Кавказа и блокирует Запад. Наблюдатели полагают, что Россия, объявляя себя миротворцем на Горном Карабахе, в действительности оккупировала девятую по счету бывшую Советскую Республику – Азербайджан. Российские войска, помимо Азербайджана, находятся в Украине, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Армении, Казахстане, Киргизии и Таджикистане. Для полного восстановления Советского Союза остались пять республик – Узбекистан, Туркмения, Латвия, Литва и Эстония.